Всем привет! В последнее время мне стало часто попадаться в рекомендациях видео о зарплатах медиков, которые получают в Казахстане. И я, честно говоря, удивлена от тех цифр, которые озвучиваются на данный момент, потому что реальность от этих слов очень сильно отличается. Не знаю, может, возможно, нам, медикам, стоит в Казахстане какой-то флешмоб устроить или там снимать видео, может, как-то хоть как-то повлиять на все это, потому что реально уже какой год подряд обманывают людей о том, что мы получаем такие заоблачные суммы, хотя реальность реально отличается. К примеру, вот недавно попалось видео о том, что оклад фельдшера 390 тысяч. Я вообще в шоке, честно говоря, потому что раньше хотя-нибудь там говорили около 200. Хотя и тогда мы тоже не получали эту сумму. На данный момент я работаю 8-й год, уже 9-й пошел, точнее говоря, и мой оклад 146 или 149 тысяч. Учитывая, что я постоянно беру переработки, постоянно побольше смен, в итоге я получаю около там 240-270 тысяч, это вот прям максимум. Если я прям отработаю максимум полторы ставки, это очень мало выходных, постоянно быть на работе, не брать там...